Так, ну что, самое начало кампании. Никаких миссий еще вроде не пройдено. Наследие пустоты. Так, загрузить. Троечка. За Аю. Текущие задачи, так это все ясно. Короче, Зирату вроде как говорит, не нападайте, вол, что-то там, я там знаю какую-то херню, секрет какой-то, что как можно делать. Но товарищ Артанис, главный герой этой кампании, говорит, нападайте. Вот, и сейчас первая миссия, походу, будем нападать, и уже потом какой-то сюжет будет. В конце, может, ролик какой-то будет. Сюжет я вообще не помню, что здесь в компании с сюжетом. Что за фигня? Так. Пустота холодна. Да, дела, мы это кто такие? Так, кто у нас есть? Сталкеры, зелоты, бессмертные. Давай почитаем. Штурмовой шагающий робот, а такой только наземный. Чё у него там? Броня. Броня. Дальность 6. Короче, он крупные цели разбивает нормально. Дальность ближний бой, значит, подходит вплотную. И сталкер. Я голос затмения. Дальность 6. То же самое. Мы едины с тенью. Воины, Аюр ждет вас. Идите же и верните его протосам. Я направила вам на подмогу нескольких колоссов. Надеюсь, они тебе пригодятся, Артанис. Уничтожьте его, если будет такая возможность. Вы хорошо сражались, воины. Теперь мы можем заняться каналом искривления. Улизергов 4.
Мои навыки пригодятся тебе. Очень разумно. Селендис, канал искривления под нашим контролем. Высылай подкрепление. Как прикажешь. Во власти зергов осталось еще два канала искривления. Готовьтесь, братья. Мы одержим победу. Мы пустота холодна. По-твоему, Вераку. Хорошо. Артанис, рядом с вами есть еще несколько ульев. Если вы уничтожите их, это нанесет зергам сокрушительный удар. Сражаемся как один! Улей пал. Идем дальше, братья. Ну, кого-то призывают. Я — голос затмения. Будь по-твоему. Спасибо за помощь, Иерарх. Позволь нам присоединиться к тебе. Что ты думаешь? Мы крадущиеся тени. Будь по-твоему. Хала направляет наши клинки! Еще один улей разрушен. Остался последний. Канал искривления скоро будет активирован. Сигнал всематрицы подтвержден. Подкрепление телепортировано к вашему местоположению. Пустота холодна. Будь по-твоему. Заманчиво. Артанис. Этим роем кто-то управляет. Их действия организованы. Не похожи на действия диких зергов. Ты прав, Зератул. Ими движет невидимая сила.
Мы должны быть настороже. Последний улей пал перед нашим натиском. Это первая победа из многих. Айур возродится. Мы едины с тенью. Я — голос затмения. Ради возмездия. Заманчиво. Хорошо. Будь по-твоему. Это последний канал искривления. Не щадите ни одного зерга. Крадущийся. Перворожденные. Ваша судьба. Не может быть. Гибриды на Айуре. Это они управляют зергами. Каналы искривления в безопасности. Наши корабли выдвигаются, чтобы принять бой на поверхности. Вершитель, прими командование вторжением. А нам, Зератул, предстоит обсудить последние события. Так, что мы имеем? Потери. Так, за 120 при помощи колоссов. И потерять не более сотки. А сложности боец. Ну, это, наверное, несложно. Что там за ролик сейчас будет? Айур поле боя. Последняя война, о которой ты предупреждал, началась. Скажи мне, друг, что ты узнал? Я видел конец всего сущего. Волчище гибридов, опустошающие целые миры. Ими повелевает голос из тьмы, Амун. Но ты говорил и о том, как выстоять против него. Я будто слышал голос из тьмы веков, который шептал мне: «Найди ключ, что дарует вам надежду». Ключ? Я видел свет, озаривший артефакт Зелнага на тиранской планете Кархал. Он и есть ключ из видения. Пророчества гласят о противостоянии Зелнага с Амуном в конце времен. Думаю, ключ приведет нас к ним. Я всегда верил тебе, Зератул, но бремя власти ко многому меня обязывало. Иногда я сомневаюсь в том, что на самом деле готов был его принять. Твои сомнения напрасны, юный Артанис. Если тебе было суждено возглавить нас, прими то, кем ты стал. Отправляйся к Джеймсу Рейнору на Кархал и забери ключ. Я же подготовлю наши войска для грядущей войны. Когда ты вернешься, тамплиеры будут готовы. Энтаро Тассадар, друг. Энтаро Артанис, брат. Ну вот так вот. Зератул, ты должен собрать ключ Зелнага у Джеймса Рейнора. Мои же воины восстановят питание копья Адуна. Этот корабль будет незаменим в грядущих битвах.
Да укроет тебя Тассадар своей тенью, друг мой. Добраться до Искателя Пустоты, ну-ка. Так это за Зиратула играть, чуть не вкуриваю. Газ из каждого испенского гейзера и минералы по каждой друзы могут собирать до 3 рабочих. Достаточное количество ключ к созданию мощной армии. Но это мы всегда знаем. Это везде. Искатель пустоты полностью разрушен. Что здесь произошло? Зерги, мы должны защитить темного прилата. Этот район уже должны были очистить от зергов. Сталкеры, бегите к ближайшему Нексусу и предупредите наших братьев. Я должен узнать больше. А куда сам-то он делся? Мы крадущиеся тени. Осторожны, враги повсюду. Ради возмездия я не буду служить тебе вечно. Щит восстанавливается, интересно. Да, восстанавливается. Заманчиво. Чтобы перебраться, нам понадобится использовать скачок. Хорошо. Крадущиеся тени. Я не буду служить тебе вечно. Буталиски. Направьте на них нейтронные расщепители. По-твоему? Какие еще расщепители, я хрен его знает. Мои навыки пригодятся тебе. С тенью. Очень разумно. Ради возмездия. Заманчиво. Вераку. Тамплиеры. Я не чувствую их присутствия в Кхале, Зиратул. Как такое возможно? Вы не можете исчезнуть из Кхалы, не обрезав нейронные узы. Значит, случилось невозможное. Я больше не чувствую Артаниса. Вместо него в Кхале лишь пустота. Тени окружили нас, вершитель. Артанис... в смертельной опасности. Ты должен собрать армию и найти его. Мой фазовый кузнец Каракс поможет тебе активировать Нексус. Зиратул, спаси Артаниса. Не хватает минералов. Темный прилад Зиратул. Я Каракс из касты Кхалаев. Каракс, друг мой, мы должны как можно быстрее активировать этот Нексус. Принято. Эти строения помогут тебе создать армию, но сейчас они обесточены. Прикажи зонду вызвать рядом с ними пилон. Зонд.
маршрута. Портал вызова открылся. Теперь зонд может продолжить собирать минералы. Да ладно. Так, что здесь? Пилон построен. Его припасов будет достаточно, чтобы вызвать у врат наземные войска. Вот это интересная тема. Ускорение. Так, врата, врата. Теперь с помощью этих врат ты можешь вызывать воинов. Да ладно, ты не мороси. Сначала давай-ка мы этот построим, то он виспер. Ядро, чего там еще надо побольше этих пилонов вызывать. Давай куда-нибудь сюда. Что еще можно? Врата, ядро. Так это все получается, больше ничего нельзя. Даже пушки нету.
Зерги готовятся напасть. Приготовься обороняться. Прекрасно. Но чтобы справиться с более серьезной угрозой, стоит обучить еще нескольких воинов. Нексус полностью восстановлен. Как только воины будут готовы, ты можешь приступить к своему заданию, темный прилад. Жизнь за Ай! Не хватает минералов. Пустота холодна. Жизнь за Айю. Так, отсюда-то, я думаю, не пойдут. Или пойдут? Надеюсь, нет. Достаточно, темный прилад. Твои войска готовы отправиться на поиски Артаниса. Сейчас еще подмутим.
Жизнь за Айюр!